Сегодня в Чебоксарах простились с министром физической культуры и спорта Сергеем Шелтуковым. Проводить его в последний путь пришли коллеги из правительства республики, представители спортивной общественности, друзья, знакомые. Спортивный зал центра мутинбайка с трудом вместил такое количество народа. Сергея Сильвестровича любили все. Очень добрым, добрым. Он никогда не повышал голос. Разговаривал, как бы на равных разговор шел. Вот, и с ним всегда было комфортно. То есть в его кабинет, когда приглашался я, то это была радость общения с человеком добрым, отзывчивым. Министр физической культуры и спорта начинал физруком в сельской школе, потом возглавлял спортивное учреждение и, наконец, само ведомство. И где бы ни работал, оставил о себе добрую память. В 2017 году он поставил рекорд. Под его руководством министерство поставило рекорд. У нас было самое большое количество мастеров спорта международного класса и мастеров спорта. А это результат работы любого министра именно вот за все существование министерства. Светлый, добрый, интеллигентный человек. Чуткий, грамотный руководитель. Так, не сговариваясь, отзывались и Сергей Сильвестрович, и все, кто пришел сегодня на гражданскую панихиду. Он был не просто спортивным функционером. Он был настоящим спортсменом, тяжелоатлетом. Он был кандидатом в мастера спорта, но в то время мастерский норматив был очень высокий. В Советском Союзе был, да и потом немножко сохранялся в России еще, вот, нежели сегодня. Сегодня уже как бы понижение, понимаем все условия. И вот как бы на этом уровне как-то немножечко стали то ли люди жиденькие такие, слабенькие. Но он действительно был по природе такой крепкий и в те годы очень достойно поднимал. И достойным был кандидатом в мастера спорта. Это хороший результат был. Все свои силы, опыт, знания Сергей Шелтуков отдавал развитию спорта и физической культуры республики. Его знали и уважали не только в Чувашии, но и в других регионах и в федеральном министерстве. В начале лета проводили по линии Совета Федерации мероприятия. И вот как раз мы очень практически 2 дня были бок о бок с Сергеем Сильвестровичем. Во-первых, строили планы по как мы будем проводить спартакиаду в следующем году. Я думаю, что вот все задумки, которые были, по крайней мере, мы постараемся всей командой это все выполнить, исполнить то, что хотел, не доделал Сергей Сильвестрович. Сергей Шелтуков из тех людей, которые приходят в этот мир, чтобы служить примером, но, конечно, сами не задумываются об этом. Именно о нем можно сказать. Мало жил, много сделал. Когда члены правительства работают так честно, ответственно, вкладывая всю свою энергию для того, чтобы был хороший результат, это всегда мы ценили и ценим. Наша задача теперь заключается в том, чтобы имя Сергея Сильвестровича Шелтукова навсегда не только сохранилось в наших сердцах и в нашей памяти, чтобы мы еще больше акций проводили, касаясь спорта, касаясь физической культуры. Мы с честью справимся, будем продолжать начатые его дела.